Эй, дружище, успей поставить лайк и подписаться на мой канал за 3 секунды, если ты не хочешь, чтобы вот это вот существо появилось за твоей спиной. Ну а вы, ребята, знаете, кто это? Это SCP-682 неуязвимая рептилия, или же трудноуничтожимая рептилия. Смотрите, ребятки. В общем, да, у нас сегодня будет прикольный пак, новый, ребята, пак SCP-монстров, SCP-объектов. Ну, короче, да, ребята, всем огромнейший привет, с вами снова я, SlikeMust, и сегодня мы, ребята, продолжаем играть в игрушку под названием People Playground. И сегодня, ребята, будет новенький пак SCP-объектов, и, ребята, в целом пак SCP. Вот такой вот прикольный, да, SCP-682, и, ребята, сегодня будут другие SCP-объекты, не только SCP-682. Ну и, ребята, если вы хотите больше роликов по People Playground, если вы, ребята, хотите больше в этой игре SCP-объектов и монстров Тревора Хендерсона, давайте мы на этой серии наберем много-много лайков. Давайте наберем, ребят, пару тысяч лайков, и обязательно будут новенькие серии по пиплу. Так, вы готовы? Мы, ребята, начинаем. Наши любимые дэшки, D-класс и SCP-682. Единственный, ребята, минус, у нас сегодня будет, ребят, несколько SCP-682. Это, ребята, SCP-682 полностью, видите, статичная. Это реально, ребят, большой минус. То есть не рот вроде как никак не работает, ничего, ребят, не работает. Только она единственная, ребят, может убивать всех, и все. И то максимально варварским способом. Вы только, друзья, послушайте, как она жутко звучит. Мне кажется, все, ребят, дэшки сейчас описались. С острых, и не только. Так, вы готовы? Ой, SCP-682, ребят, идет. Это такая ящерка, ребят, видите, которую пытались много-много раз уничтожить. Но из-за, ребят, названия, думаю, понимаете, то, что это практически невозможно. SCP-фонд там разные, ребят, эксперименты проводил. Так, и, ребята, первая дэшка. Но! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сразу же, друзья, вторая. Понятно. Ха-ха. Все. Все, ребят. Наша рептилия скинула всех дэшек в эту яму. Ой-о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 й. Капец, ребята, что же сейчас с ними будет? Давайте посмотрим. Кстати, да, друзья. Вышла в пипле, оказывается, какая-то обнова, насколько я понял. И, ребята, вроде как поменяли даже графику. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, все ребятки погибли, да, есть. Всех мы убили. Ну и, конечно же, SCP-682 выжил, потому что это, ребята, неуязвимая рептилия. Хорошо, ребята, продолжаем. Так, первого убивает. Второго. И, ребятки, прыгает на третьего. О, нифига себе, конечно. Мощно. А ну-ка, ребята, что она может делать хвостом своим? Даже, смотрите, ребята, она намного даже лучше убивает, по-моему, да? Хвостом. Блин, ребята, почему такие вот именно модельки делают этих SCP? Вот я не понимаю, почему такую именно? Ладно, SCP-173 скульптура, но зачем 682 такую, ребят, делать модельку именно? Почему она, ребята, так, видите, статично так двигается? Было прикольно, если прям реально монстр такой был бы живой, подвижный, как, к примеру, сиреноголовый и так далее. Там прям реально прикольный пак монстров Тревора. Это, ребят, хоть и прикольно выглядит внешне, но не более, чем, ребята, внешне. Вот. Все. О, смотрите, еще и на ноги приземлилась. Все погибли? Да, ребята, все погибли. Ну и думаю, вы, друзья, понимаете то, что ее практически невозможно реально прям уничтожить. Причем, именно, ребят, и в People Playground тоже. Потому что это, сейчас увидите, что это. Это, ребят, можно сказать, кусок просто бетона какого-то. Кстати, при попадании как-то примерно наша, ребята, ящерка как-то так и звучит. Вот, ребята, МТФ с оружием. Видите? Просто пули, ребята, отлетают. Будто это какая-то арматура. Будто это, ребят, какой-то бетон. Что вы это видели? Ребят, что она просто сделала? Она, вы понимаете, друзья, одним ударом пришибла практически всех. Так, и вот так, смотрите, ребят, еще сверху, сверху, сверху. Ой-ой-ой-ой-ой. Но! Просто, друзья, офигеть. Так, этих она убила, а этих? И этих тоже. Ребята, понимаете, все погибли. Нет, этот, смотрите, ребят, чувак еще жив. Он такой, а, ползет. Так, она его, ребята, видит, смотрите, подходит. И такой, о, вы видели, что это сейчас было? Прям хвостом по голове. Прикольно, ребята, реально прям прикольно получилось. Так, теперь давайте у нас, ребят, будут другие сегодня SCP. Например, SCP-096. И он реально, ребята, практически неуничтожимый. А вот, ребята, скромник, SCP-096. У наших, видите, даже дэшек нету никакого оружия.
Он такой: «О, вы на меня посмотрели? Нет, не смотрите на меня! О!» И такой: «О!» Прыгает на первого. И помните, ребят, что он делает? Он просто разрывает своих жертв. Он, смотрите, ребят, просто берет их... Ой-ой, изничтожает. Так, этот, ребята, минус. Он, конечно же, моментально, друзья, регенерирует. Так, все. Этого вроде как он завалил. Теперь, ребят, берется за вот этого. Все, так. Это, смотрите, ребят, еще жив. Чувак понимает то, что сейчас его ждет просто, ребята, полная задница. Так, но! Ребят, видите, он регенерирует. Он чуваков этих убивает, но регенит. Так, этого он вроде завалил. Прыгает, ребят, до следующего. Такой: «О, не смотрите на меня, офигеть!» Ну, конечно, такую, ребят, ему толпу довольно-таки будет именно в этой игре, в People Playground, сложно завалить, да? Но в целом, конечно же, возможно. Он, ребят, видите, он их просто лупит всеми частями тела. Но! Прям, ребята, этому прыгнул на голову. Прям, ребят, ему на лицо, видите? Вот, все, все. Вот, ребят, смотрите, тоже, получается, подлетел. Такой: «Но!» Так. Летит этот, падает. Кто еще жив? Еще, ребят, видите, несколько у нас еще живы. Так, этого, видите, он тоже берет, добивает. Так, есть, готов. Так, эти еще, ребята, живы. Так, этого, видите, чудо там уже не пополам завалил. Так, эти еще челики. Так, разрывает, разрывает его. Так, а ну-ка. И... Но! Прям, ребята, по шее. По всему, ребят, чему только можно. Этого, смотрите, ребят, просто хватает, такой: «На!» его лицом. «На!» Избивает. Такой: «На!» Вроде как он его завалить должен был. Нет, еще, ребят, он жив. Но это, в принципе, ненадолго. Вот теперь точно. Короче, да, ребят, даже скромник просто, понимаете, он не разорвал этих жертв. Он их просто растоптал. Бедные, конечно же, людишки. Вот, ребят, смотрите, что он сделал, например, с этим чуваком. Он его всего переломал и, конечно же, искромсал. Короче, да, ребят, такой вот прикольный ACP-096. Смотрите, ребят, пришел МТФ. Скромник, конечно же, замечает, тоже к ним, ребята, выдвигается. Но лично мне, ребят, больше нравился старый скромник. Вы помните, ребят, с шипами такой. Получай, получай. Интересно, ребят, спецназ его завалит? Так, завалили его, серьезно? Убили? Ребята, скромника можно убить. Нет, он смотрите, ребят, он отрегенил. Он встает такой... Спецназ здесь, друзья, в шоке. Продолжает по нему стрелять. В голову, в голову, в голову, в голову, в голову. Так, 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 так. Вот, 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 вот. А, ребят, патроны-то не бесконечные. Он такой берет, перезаряжается, и скромник такой: «О!» И такой: «Но!» Ой-ой-ой-ой. Ребята, что он делает? Он их сейчас просто будет разрывать, вы понимаете? Этих всех бедных спецназовцев. «Но!» Офигеть. Реально, ребят, конечно, жесткий наш скромник. Так, но! Ё-моё, так. О, ребят, он их, видите, просто уже разрывает. Вот, ребят, смотрите, что с вот этим? Он его, ребят, просто нереально жестко избил. И, в принципе, он сейчас, ребят, еще и упадет, и все. Он погиб, конечно же. Так, большинство, ребят, спецназовцев, конечно же, погибло. А тут, ребята, приходит над раненым спецназовцем еще поиздеваться ACP-106. Спецназовец его, друзья, замечает. Стреляет по нему. Убил его? Нет, конечно же. На-н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 а. Стреляет, стреляет, стреляет. Понимает, ребят, то, что сейчас ACP-106 его затянет в свое пространство. Такой: «А, быстрее перезаряжается, стреляет, стреляет, стреляет. Ой-ой-ой-ой-ой. Пытается, ребят, что-то сделать. Но ACP-106, конечно же, ребята, не сдается. Он все ближе и ближе к нему, видите, подкрадывается. Так, и такой: «Но!» Ой, все. Берет, ребят, смотрите, но еще удар. Все, сейчас он, ребят, конечно же, его затянет в свое пространство. Снимает с него шлем. И такой: «Ой-ой-ой, сейчас что-то, ребят, будет». О, все. Готов. Завалил он его. Все. Так. Идет, ребят, к следующему. Так, это еще вроде жив у нас. Смотрите, ребят, тоже спецназовец его замечает. Нет, смотрите, ребят, он просто роняет свой автомат. Так, стреляет, стреляет, стреляет. Так, ACP-106 такой прыгает, такой: «Воу!» Капец, ребят, просто что мы делаем с этими бедными МТФовцами? Все, считайте. Этот тоже уже погиб. Ну, его просто, ребят, да прогиб. Видите, он ему руки оторвал. Все, минус, ребят, чувак. Так, кто там еще выжил? Этот еще, ребят, выжил.
Но это, в принципе, недолго. 106-й замечает то, что это еще ребята выжил. Все. Думаю, он уже точно не выжил. Переломал его. И что, ребята, получается? 106-й идет с этой стороны. Такой, на, получай, получай. Стреляет, стреляет, стреляет. А ребята, скромник с этой стороны. И они, смотрите, ребята, уже встретились. Они такие, о, моя добыча. Это такой, нет, моя добыча. И такой, о. И они, ребят, смотрите, в итоге просто сталкиваются. Убивают бедного, конечно же, спецназовца. Такой, на, капец. Вы, друзья, понимаете? Они столкнулись со спецназовца. 106-й, смотрите, ребят, телепортируется. 096-й его видит, такой, но. И, ребятки, смотрите, в чем прикол? Они будут бесконечно регенерировать. То есть, в принципе, в этой битве, мне кажется, особо смысла и нету. Они, ребят, будут друг друга вечно избивать. Друг друга, ребят, вечно кромсать. Но они умеют регенерировать. Такой, но. Видите, ребят? Они просто друг друга будут кромсать. Хотя, подождите, ребят, да, ну-ка. 096-й, кажется, помощнее будет. Так, такой, но. Нифига себе, конечно, ребят. 106-го, смотрите, он, ребят, хватает, хватает, избивает его. Такой, но. Нет, ребят, все равно 106-й, видите, слишком сильный. Слишком. И вот, смотрите, ребят, просто взял и испарился в свое пространство. Так. Скромник его не смог до конца прям завалить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что, ребята, с некоторыми спецназовцами, вы видите, да? У некоторых просто конечности оторваны. Некоторые, видите, ребят, переломаны, перебиты тут. Просто жесть какая-то. И тут, ребят, приходит ACP-682 покушать немножко. Такая, о-о-о, хочу есть. И 096-й, конечно же, замечает ее, прыгает. Она, ребята, его даже не замечает. Так, смотрите, такая, ммм, ест бедных спецназовцев. 096-й, смотрите, ребят, такой, что? Так, а ну-ка, давайте прям реально, ребята, сейчас битву устроим. Смотрите, а, что? Офигеть, вы это видели? Так, где, ребят, наша рептилка? Вот она. Но, ребят, избивает скромника. Реально, видите, она его реально, ребят, избивает. 096-й, смотрите, ребят, такой прыгает, такой, на. А, ребят, что происходит? Но, вы это видели? Он, ребят, настолько разозлился, что он ударил, у него ж рука, видели, отлетела. И, ребята, удар. Интересно, она, ребят, может скромника завалить? Да, она, смотрите, она, ребят, скромника убила. Вы понимаете, насколько наши друзья мощные? Рептилия. Она убила скромника. Все, ребят, скромник реально был убит. Но лично мне, ребятки, нравился такой вот скромник, смотрите. Он был с такими ножами. И он, прям, смотрите, ребят, реально налетал на жертву своими когтями. Такой, но, прям фигачил их. Своими, ребят, жесткими когтями. Вот так вот просто их, видите, расфигачивал. Бедных своих жертв на куски. Так, ребят, примерно скромник настоящий и делает. Он, ребят, просто кромсает на кусочки своих жертв своими огромными когтями. Так. Но! Вы это видели? Просто, ребят, их прорезает, этих бедных дэшек. Так что, ребятки, лучше, конечно же, со скромником не связываться. Ножи, смотрите, ребят, прям в голову этому нож. Свой, ребята, огромный. Свои огромные, ребята, когти. Вот это реально, ребят, скромник. С когтями. С огромными. Видите, ребят, просто что он делает? Такой, на! Пронзил его, ребят. И этого тоже. Эти такие, нет, я хочу жить, уползают. Но, ребят, уже поздно, ACP-096 уже здесь. Так, такой, о, но! Просто, друзья, жесть, конечно же, какая-то. Так, остается, ребят, буквально, видите, один у нас. Он нечаянно, конечно же, смотрит на 096-го. 096-й бесится. И что же сейчас, ребята, будет? Он такой, смотрите, прыгает. И прям ножом куда? Но, прям, ребята, в голову. И, конечно же, просто, друзья, разрывает свою жертву. Такой, но. Вот это, друзья, реально 096-й мощный. Вы видели, что он только что сделал своими жертвами. Не то, что эти, да? Из пака, которые, блин... Ребята, эти ACP даже дэшку не могут убить. Так, интересно, ребят, что они сделают с вооруженными ребятами. Со спецназовцами. А вот, ребят, похоже, против спецназа они уже не такие сильные. Да, ребят, видите, все, он, блин, погиб. Ну, короче, да, есть, ребят, некоторые плюсы от одного, некоторые плюсы от другого. Было бы, конечно, прикольно взять вот этого, но 96-го, да, именно его ножи вот такие вот прикольные, когти, и приделать их, ребята, к бессмертному скромнику.
Было бы реально, ребята, четко. Но, ребят, знаете, если P6 8 2 хоть и в целом статичная фигурка, но очень-очень круто выглядит, но, конечно же, друзья, не хватает прикольных каких-нибудь фишек, по типу хотя бы рот, чтобы открывался. Но, ребятки, мы это можем исправить. У меня есть кое-что для вас. Это, ребят, монстр SCP-682, вы понимаете? Такой, огромный, друзья, монстр, который, смотрите, идет всех убивать. Никакие тут, ребят, пулеметы не помогут и автоматы. Никакие даже базуки и близко, ребята, не помогут. Ну, короче, этим, ребята, сейчас спецназовцам будет крышка. Такие, смотрите, на! Он их, ребят, видели, просто пронзил наши SCP-682 своими, ребят, огромными когтищами и зубищами. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Офигеть. Вот это реально, ребят, было жестко. Но! Все погибли? Кстати, ребят, смотрите, это еще жив. Но он очень серьезно ранен. Вот смотрите, ребят, один спецназовец прямо у него в зубах. А, все, я понял. Его нету. Так, а ну-ка, давайте его, знаете, он, ребят, смотрите, такой открывает рот. Ой, о, и всасывает, ребята. Спецназовцев такие, о, что просто происходит? Так, этот еще жив. Так, о, офигеть, такой, ну, все, ребята, уже не жив, конечно же. Он, ребят, видите, всех убил. Наш этот SCP-682. О, жестко, жестко. Вот, ребята, смотрите, что в итоге от спецназовца осталось. А ну-ка, давайте, ребята, прям целая армия спецназовцев, SCP-фонда, МТФ против нашего SCP-682. Так-так-так-так-так, огонь-огонь-огонь-огонь-огонь-огонь-огонь, стреляем-стреляем. И он, смотрите, такой, о-о-о, как ты посмел, такой, но, о-о-о, вы это, друзья, видели? Он их уже, видите, просто разрывает, такой, офигеть. Ребят, смотрите, еще сейчас и когтями, прямо на вот этого, по-моему. Повезло ему. Ай, по рукам ему, друзья. По рукам. Так, но! Хо-хо-хо. Просто, ребята, жесть, конечно, какая-то. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он, ребят, видите, некоторых просто пораздавливал. Так, жесть. Жестко, конечно, он, ребят, видите, делает. У него сзади еще, видите, огромный хвост с шипами, которым... Ой-ой-ой, он, ребят, просто, видели, их раздавил. Все, конечно же, погибли. Да, ребят, этому, видите, он еще и руку откусил. Это все спецназовцы? Да, ребята, это все. Весь МТФ. Он, видели, ребята, просто был уничтожен. Офигеть, конечно. Так, ребят, подкрепление SCP-фонда. Так, огонь, 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 огонь. Ну, конечно же, это все, ребят, фигня. Это все как бы не то. А вот, вот это, друзья, челюсть, это реально то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он их сейчас хавает, вы понимаете, просто за раз. Вот так. Офигеть. Вы это видели? Он их, ребят, схватил и просто разорвал. Ё-моё. Жестко, конечно. Все, ребят, конечно же, моментально погибли. Но остальные очень-очень, ребят, серьезно ранены были. Либо просто, видите, как они, ребят, поразлетались. Все тоже погибли. Угу. Даже которых он, ребята, не раздавил. И здесь, в принципе, все то же самое. Он, ребят, либо поразрывал большинство, либо они, ребят, погибли от ранений, либо от падения какого-нибудь. Так, давайте посмотрим, что тут на зубах осталось. А, понятно, ребята, это даже невозможно зубов, видите, стащить. Что с этими спецназовцами? Это, ребята, от травм погиб. Так, это пополам. Это чья-то башка. Это, ребят, тоже от травм погиб. Это чьи-то, ребята, ноги. И вот еще что-то туловище. Этот весь переломался, пока падал. Короче, да, ребята, получается, все погибли. Это реально, ребята, очень-очень опасная машина для убийства. Настоящий ACP. А ну-ка, давайте-ка, ребята, будут наши ACP-объекты. Это ACP-035 «Маска одержимости». Это ACP-049 «Чумной доктор». Это ACP-3008, а именно «Работник» из «Бесконечной Икеи». Это, ребята, ACP-096. И это ACP-106. Так, давайте, ребята, посмотрим. А ну-ка. Полезайте-ка в ротик этой ящерки. О-о-о-о-о! Ребятки, что происходит? Так, интересно, он уже, ребят, кого-то завалил? Так, и...
В рот полезайте все вместе. Офигеть. Ребят, кого он разорвал? Те ребят хоть и отрегенили, но... Он их, смотрите, ребят, просто вечно может уже кромсать. И мне кажется, вряд ли там уже кто-то выживет. Капец. Вы это видели? Вы это, ребята, видели? Это просто нереально, друзья, крутой ECP. Смотрите, ребят, что осталось от чумного доктора. Что осталось, ребята, от скромника. Вы понимаете, просто головешка какая-то. Вот это, друзья, реально ECP-682. Ну, короче, да, ребят, вот такая у нас сегодня прикольная серия получилась. Вот такой вот мега-мощный ECP-682. Неизвимая рептилия. Мне, ребят, конечно же, больше нравится именно вот такая вот прикольная постройка. Именно, ребят, такие вот прикольные ACP-объекты, которые построены. Именно, ребят, не моды, именно постройки наши любимые. Реально, друзья, видите, просто офигенная вещь. ACP-682. У нее, ребят, и рот вот такой вот мега-мощный. И смотрите, ребят, что она сделала с бедными скромниками, стариками. Вот, кстати, смотрите, ребят, старик, вот он. Вот что от него осталось, половина тела. ACP, вот, ребят, 0.96, голова осталась. Но остальных, вот видите, просто растворил. От них даже ничего не осталось. Там еще был чумной доктор, кстати, где-то у маски вот летала. Еще, ребят, были другие ECP. Вот, кстати, вот его, ребят, маска. Короче, да, ребята, вот такая у нас сегодня просто мега эпичнейшая серия получилась. С вами, как всегда, был SlikeMust и, ребята, игрушка People Playground, а именно ACP-объекты. Разные, ребята, ECP-объекты. На этом я с вами, ребята, прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, всем, ребята, спасибо за лайки. И всем, ребятки, пока-пока-пока!